то, что можем, делаем сами. Поэтому добро пожаловать в наш подъезд. Дом начинается не с квартиры, а с подъезда, говорят жители пятиэтажки на Макаренко, 6. Внутри и правда нет ощущения, что это общая площадь. Уютно, как бывает далеко не в каждом доме. На стенах картины и фотографии, а теперь еще и новогодние открытки и плакаты. Повсюду праздничная мишура. При этом подъезд, по словам местных жителей, наряжать они еще и не начинали. Не менее ухоженной выглядит и придомовая территория. Ее благоустройством занимаются самостоятельно. Даже смогли начать строительство детской площадки. В этом году дом победил в номинации «Лучший подъезд», но и двор здесь один из лучших. Ждать, когда кто-либо сделает, как в основном сегодня менталитет у большинства граждан, что кто-то должен прийти и им соорудить и сделать, у нас, разумеется, это отсутствует. Почти космических успехов в этом году смог добиться ТОС «Гагаринский». В их микрорайоне около 30 тысяч жителей. Многие постоянно участвуют в субботниках, убирают скверы, следят за состоянием памятников. И не только из-за такой сознательности граждан, ТОС в этом году признан лучшим органом территориально-общественного самоуправления в Сочи. В микрорайоне часто проводят культурно-массовые и спортивные мероприятия. Во многом это заслуга председателя организации, кстати, спортивного судьи республиканской категории. Я вам скажу, что район у нас хороший, и люди, в принципе, у нас очень, мы довольны, что у нас мы выбираем и депутатов вполне таких соответствующих, которые оказывают нам помощь. Администрация района тоже в стороне не стоит, и города, когда проведение каких-то культурно-массовых, спортивных мероприятий, всегда оказывают нам всевозможную помощь. А вот и победители в других номинациях. Лучшим председателем домового комитета стала Татьяна Быкова, квартального – Алексей Мумджан, а ТСЖ – Людмила Калинина. Первое место в номинации «Лучший дом» разделили между собой здание на Инжирной, 3, и на улице Голубые Дали, 40. Среди управляющих компаний победу одержал Югстройсервис. Краевско-Армянская признана лучшим селом, а самым благоустроенным двором признан участок дома на Партизанской, 24. А территория дома на Островского, 37, заняла второе место в номинации «Лучший двор». Здесь аккуратная детская площадка, много зелени, а главное, очень чисто и почти нет опавшей листвы. А еще в этом дворе живут три белки, которым здесь, по-видимому, не менее комфортно, чем людям. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.